Уважаемые зрители и подписчики нашего канала, рад вас приветствовать в нашем прохождении игры Сибирь. Что ж, давайте продолжим. В предыдущей серии мы с этим пацаном, которого зовут Момо, пришли к этому месту. Он обещает нам показать какую-то пещеру, не пещеру. Ну давайте поговорим с ним. Ничего себе небольшая прогулочка. Правда, здесь и прям неплохо. Спасибо тебе, маму. Да уж, спасибо. Момо здесь часто ходит. Момо нравится делать брызги. Так, ну, я Кейт. Момо, из-за тебя я больше похожа на шпионку, чем на юриста. Видел бы меня сейчас Дэн, ему бы это не понравилось. Момо не знает Дэн. Дэн — это ее парень. Вроде как жених. Зачем ты меня сюда привел? Действительно. Кукла, мамонт, пещера. Анна говорит, кукла, очень нужен Ганс. Пещера? Ганс. Какая пещера? Где? Момо, не врушка. Пещера-то где, ну? Ой. Ну, вот мы здесь. И что дальше? Кейт и Момо, бросай камни. Делай плюх. Да, мы... Маму, мы здесь из-за пещеры. Вот-вот. Ты говорил про пещеру. Маму, Скейт, друзья. Скажи, маму, ты и в самом деле думаешь, что брат Анны до сих пор жив? Анна говорит, Ганс уехал, но Ганс может вернуться. Скажи мне, маму, я тут видела кое-что интересное. Такого робота Оскара. Он говорил мне о поезде. Анна не рассказывала тебе, куда идет этот поезд? Поезд. Поезд. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ну, понятно. Ничего нового не скажет. Чух-чух. Маму, маму, спаси. Так, ну и все, давай. Маму, мне пора. Мы еще увидимся, ладно? Открывай пещеру. Так, что здесь у нас? Давай попробуем открыть что-то. Дамба, да? Ну-ка. Слена-то хватит. Похоже, не поддается. Без помощи мне не обойтись. Мамо, ты ж сильный у нас. А иди помоги. Слабой девушке. Сан. Маму, я хочу тебя кое о чем спросить. Маму, слушай. Маму, слушай. Там это... Маму. Странный ты мальчик, маму. Я начинаю понимать, почему Анна любила тебя. Я еще не понимаю пока. Маму, похож на Ганс. Ну, только что. Маму, рад. Ганс, видимо, тоже был немножко не в себе. Зачем ты меня скупишь? Так, это мы все... Как это... Маму, мне пора. Тебя попросить-то, чтобы ты помог нам открыть ворота-то. Маму, я... Маму? Это, наверное, здорово жить в... Авто. Это мы слышали еще. Скажи, маму. Анна любит маму. Анна любит Ганс. Анна уехать. Да не уехать, мамо. Ну да ладно. Мамо, из-за тебя я больше... Так, как тебе попросить-то, чтобы... Маму, ты... мне по... Ладно, пойдем сюда сходим. Мы тут сюда пришли, наверное. А вот здесь что у нас? Здесь у нас озер... Ну, речка, ничего, это озеро. Речка, наверное. Ну... А, нам надо открыть дамбу, чтобы, наверное, вода ушла. Как это сделать? О, как это сделать? Блин, никак так-то. Давай еще разок. Похоже, сломано. Без помощи мне не обойтись. Ну-ка, может, сейчас сработало это? Реплика диалоги.
Мамо, такое дело. Мамо, я хочу тебя кое о чем спросить. Мамо? Помощь. Ты мне не поможешь? Что? Помоги мне открыть шлюз. Ты же сильный у нас, сам говорил. Угу. О, опять мамо начал. Мамо сильный. Пойдем, силач. Давай. Ой, падай. Ой, сильнее. Ну, я сломал, а. Ну вот. Чини ой теперь, че? Ой. И пошел такой, типа. Делов не знаю. Хм, куда найти себе его? А, ладно, не важно. Ладно, пойдем туда сходим. Так, тут что-то видим, нет? Может, с помощью этого чего можно? Есть ничего? Нет. Давай сюда сходим, что ли. А, вот лодка. У нас есть слово. Давай подберем, может там ставить можно его. Ну, ё-моё. Одно из весел можно использовать как рычаг. Давай попробуем с помощью нашей палки. Все палки. Ну-ка. Опа. И бросила такое. Фу, это весло. Ну и че? Фу, это весло все грязное и мокрое. Мамо. Мамо. Вот такое дело. Мамо. Парень. Маму, я хочу тебе... Мам... Помоги. Я подтащила весло поближе. Пожалуйста, будь хорошим мальчиком, принеси его сюда. И быстро давай. Маму, согласен. Еще бы. Шел. Ну, ребят, давайте быстрее, ну. Мамо, ну шевелись, ты же парень молодой. А теперь иди и это, дамбу открывай. Только быстро. Что такое? Можно это скипнуть? Это, наверное. Все? Бежали. Да нет, нет. Маму, ты мне не поможешь? Что? Опять? Помоги мне открыть шлюз. Маму, согласен. Маму сильный, да-да-да, пойдем. Ой, ой, парень, ой. Хруп. Ой. Опа! Дед! Оп! Что дело? Мама! Да, я не говори вообще. Спасибо, маму. Сидеть себе. Так, ну теперь, наверное, там прийти можно. Кейт, дай быстрей. Кейт. Кейт. Господи.
О, маму нету. Значит, ушел туда. Да? Дорога просохла. А вот пещера вроде, да? Ой, ну можно было и так перейти, господи. Как будто там глубоко было. А вот та самая пещера. Так, и что? И что? Рисунки мамонтов. Какая приятная музыка, да? А, нам не дадут их посмотреть. Так, ну ты, видимо, статуэтка та самая. Берем. Ну все, выходим. Сейчас на обратно к гостинице, наверное, пойдем. Не знаю, я, скорее всего, этот момент вырежу. Алло. Алло. Кейт, это ты? Нет. Да, ты думала, кто? Я тебя сразу не узнала. Телефон голос искажает. Ну, давай, выкладывай. Как там Европа? Опять маман. Везет же некоторым. Меня в такие командировки ни разу не отправляют. Подруга какая-нибудь, наверное. Ну, пока что из всей Европы я видела только этот городок. И не скажу, чтобы была в восторге, так что не завидуй. Дело осложнилось. Тут наследник вдруг объявился, и я его ищу. Знаю, я говорила с ним. Да, видимо, подружка какая-то. Артур с утром пила кофе с большим боссом. Он недоволен, похоже. Завтра придут ребята из игрушек, и когда Мартин им скажет, что контракт до сих пор не... Ну, а я что сделаю? Знаешь, тебе повезло, что ты будешь по ту сторону океана, когда разразится эта буря. Ясно. Ладно, как у тебя дела? Позвонила, испортила настроение. Мы проиграли дело ферм алюминия. Я над ним полгода билась. Но... Да, я помню. Ну, а в качестве утешения я отправилась за шмотками. Блумингдейли вчера распродажа началась. Счастливая. Там была такая давка, я чуть с ума не сошла. Помнишь ту синюю кофточку, что мы с тобой видели? Я ее купила. А тварь. Сколько? Не знаю. 250, 200. 140. Возвращайся, вместе сходим. Если бы я могла, слушай, мне тут идти надо. Все, реально, пока уже. Нет. Мне нужна подробная хроника твоего европейского турне. Ладно, пока, смотри там. Сама смотри. Непременно, пока. Да пока уже, дома. Пока. Все, пошли, Кейт. Ну и тем же путем возвращаемся. Обратно в гостинице. Я это все вырезал, потому что, ну, смотреть-то не на что. Да, абсолютно та же самая дорога, просто шел и шел. Давайте пойдем направо, в сторону церкви. По-моему, нам надо туда, если не ошибаюсь. А вон, как раз, наверное, церковь. Идем туда. Ого. А, ну это мы что я говорю. Фабрику запустили, все теперь работают там. Че за мужик? Щина. Ничего не могли сказать. Щина. Доброе утро. И вам того же. Приятно увидеть среди этих древних стен такую симпатичную юную леди. Ты это? Прошу вас, посидите со мной пару минут. Подышим вместе свежим воздухом. Я не это. Я бы с удовольствием, но боюсь, у меня совсем нет времени. Может быть, как-нибудь в другой раз? Было бы очень приятно, мисс. Я хорошо помню те времена, когда улицы были полны жизни. Нельзя было и сотни шагов пройти, не поздоровавшись с хорошим знакомым. Да, наш городок уже не тот, что раньше. Совсем не тот. Здесь, похоже, много изменилось. Молодежь уезжает из долины. Нельзя их винить. Им ведь нужно как-то зарабатывать на жизнь, верно? А на фабрике Фаральберга в тебе работы не найти. Да, быть отрезанными от мира не так. Мог ты поболтать. Вы уж мне поверьте. Но это же такой чудесный городок. А, так
вы не из этих мест. Да, кое-что от прежней красоты еще осталось. Надеюсь, вам здесь нравится. Ну, не буду вас задерживать. Рад был познакомиться. Пока. Старый извращенец. А мы идем в церкви. Так, тут у нас есть что? Ничего вроде нет. Заходим. Опять же, что ж за смолен такой-то? Алло. Алло. Кейт, ну что, как дела? Босс. У нас проблема, мистер Масон. Какая проблема? Кейт, не молчите, в чем дело? Кажется, объявился наследник. Что? Ее младший брат Ганс. Похоже, он еще жив. Без его согласия сделку не оформить. Это еще что за новости? Откуда он взялся? И где он сейчас? Что говорит нотариус? Ничего не говорит. Ну, то есть, больше ничего. Понимаете, это очень странный городок. Тут все какое-то странное. Люди, вещи. Никто не хочет говорить со мной откровенно. Мне придется провести расследование. Кей, игрушки по всему свету. Это один из наших самых важных клиентов. И мне плевать, как с вами говорят в этом чертовом городишке. Вы не вернетесь в Нью-Йорк, пока не оформите сделку, понятно? Это ублюдок. Да, мистер Маркс, можете на меня рассчитывать, я... Бросил о, трубку. О, черт. Ох уж этот босс, конечно. Ладно, пойдем по правой стороне, давайте. Где-то дверка будет. А тут, походу, наши шестеренки можно ставить. Ладно, займемся этим чуть попозже. Сейчас их надо дверь мне открыть. Да, Кейт, не спускайся ты, ну, Кейт. Не похоже, что это... Не похоже. Сейчас мы сходим в дверь, там вроде что-то надо взять, я не помню. Иди, ну, Кейт. Здесь, наверное. Тут где-то комната священника должна быть. В ней что-то, какой-то ключ, что-то вроде того. Так, мы зашли. Так, где-то на стене должен крест висеть. Какая музыка хорошая. А, вот. Так, а тут что есть? А, ну-ка. Так, ну сейчас. Что это? Да, помню это место. Сейчас вроде можно будет комод открыть. Так, ну тут вот здесь вот у нас. Оп. Так, чё, карточка? Это день священника. Так, здесь у нас тоже карта. Закрой, пожалуйста. Здесь у нас ничего нету. Еще карточка. И еще карта, и всю одежду. Нифига у него одежды. А это что такое? Ну-ка. Ха! Так, ключ, и что это? Так, моему
преемнику, приходскому священнику Владилены. Воистину, соблюдение тайны исповеди – наш священный долг. И откровением, которыми я хочу поделиться, предшествовали тягостные раздумья. Однажды, в марте 1938 года, в мою дверь постучал Рудольф Фаральберг. В те времена я был молодым священником и благоговел перед этим человеком, самым влиятельным и достойным в нашем городе. В этот день шел дождь, и лицо месье Фаральберга, обрамленное слипшимися от воды волосами, было исполнено глубочайшего внутреннего страдания. С каменным лицом, с глазами полными горя, месье Фаральберг сообщил мне, что его сын Ганс погиб. Он хотел, чтобы я незамедлительно пошел с ним, дабы помолиться над телом погибшего. Войдя в затененную гостиную их дома, я увидел стоящий в центре гроб Ганса. Крышка гроба была закрыта. Месье сказал мне, что не хотел бы, чтобы кто-либо видел тело его сына. Ужасно исковерканный труп был обнаружен под обрывом. Предположительно, юноша поскользнулся, упал с высоты и страшно ударился о землю. В свои 18 лет младший Фаральберг не был хорошо развит. Я поверил его словам и провел похороны, совершив необходимый ритуал отпевания и погребения. Мы похоронили Ганса, как подобает, достойно и торжественно. Жизнь человеческая в руках провидения, и я, несомненно, со временем позабыл этот трагический эпизод. Но несколько лет спустя, после кончины отца, с Анной Фаральберг на фабрике произошел несчастный случай, едва не приведшие ее к гибели. Такая близость смерти, похоже, породила в ней желание исповедаться. Услышанное мной в тот день до сих пор не дает мне покоя. Она поведала мне, что тела ее младшего брата нет в фамильной усыпальнице, потому что он все еще жив. И я отпевал пустой гроб. Я позволил этому свершиться и сам участвовал в маскараде, устроенном Рудольфом, для того, чтобы излечить слепую ненависть, которую он испытывал к своему сыну. Сын оставил его, и он чувствовал, что его предали. Человек, который предпочел считать своего сына умершим и заставил окружающих поверить в это, вместо того, чтобы принять правду, позорно обманул меня. Каким же священником я был тогда? И каким священником я могу быть после всего этого? Бог мне судья, но мой долг известит вас, что один из вашей паствы пропал без вести. Предаю эту ужасную тайну в ваши руки. Действуйте по собственному усмотрению, и да направит вас Господь. Леон Бенар, священник. Еще одно подтверждение того, что Ганс жив. Ну все, вроде бы здесь. Пойдемте на улицу. Больше ничего нет. Так, ну давайте теперь шестеренку отнем. Ага, это у нас лифт, походу, да? Сначала-то не увидел. Давайте воткнем. Небольшая загадочка. Я думаю, мы легко ее с вами решим вместе. Так, большой у нас, наверное, вот сюда вот, да? Сюда. Маленький, наверное. А, он сам подсказывает. Погнали? Походу все верно. Лифт заработал. Поехали. Бум. Так, что у нас здесь? Какая жуткая голова. Еще одна. Господи, я бы испугался. Здесь что? А, здесь мы сейчас карточки ставим. И птичка. Оп, улетела. Прикольно. Так, ну давайте. Угу. Если эта штука вообще работает, мне явно чего-то не хватает. Так, ну давайте. О, с первого раза правильно, походу, угадали. А, сейчас откроется склеп Фаральбергов.
Блин, это прикольно. Ага, здесь мы ставим ключ. Эти перфокарты мне больше. Все, мы угадали с первого раза. Прикольно. Давайте пойдем в склеп. Только давайте сохранимся. На всякий случай. Игра старенькая. Мало ли чего. Так, лифт. Все-таки какие технологии, да? Все работает. У этого робота вообще он свой искусственный интеллект, походу. Прикольно. Все-таки это немножко жутковато, особенно вот этот вот склеп такой вот, к которому мы сейчас придем. Не знаю, я бы как-то испугался бы, наверное. Не испугался бы, а, ну, как-то было бы не по себе. Так-то кладбище как бы не по себе, а тут что такое вот устройство. Я понял мне тебя, нужен... Кейт. Оп. Все есть. А-а-а. Как противно они скрипели. Ну что же. Спускаемся в склеп. Расхищаем его под одну Ларри Крофт. Кто-то. Свет горит. Так, Анна, Ганс... Изабель. Так, ну нам нужно узнать про Ганса. Двадцатый год, 38-й. 18 лет. Давай, давай, Кейт. Сколько же ему сейчас? Он уже возраст, дедечка. Хотя смотрим. Да, гроб пустой. Это у нас этот песенка и диск и газета. Трагедия в горах оборвалась. Трагедия в горах. Оборвалась жизнь, много значащая для нашего города. Семья Фаральбергов потрясена вчерашней трагедией. Рудольф обнаружил под обрывом безжизненное тело своего сына Ганса. По-видимому, причиной падения стали скользкая тропа и плохая видимость, вызванная утренним туманом. Это предположение семьи погибшего, поскольку свидетелей трагедии нет. Гансу недавно исполнилось 18 лет. 8 лет назад он пережил аналогичный несчастный случай, после которого так и не смог до конца восстановиться. Когда Ганс вел уединенную жизнь, он был хорошо известен в нашем небольшом городе, будучи владелец производства Фаральбергов. Ну, что, вот, наверное, и все. Удостоверились. На выход... Возвращаемся обратно на завод игрушек. Еще раз обследуем кабинет Анны. Сейчас мы подобрали еще один звуковой цилиндр, вот. И там у нас было устройство, если вы помните, для проигрывания. Ну тоже обратно дорогу я, наверное, тоже вырежу. Встретимся в кабинете у Анны. Для вас это всего лишь одно мгновение. И будем вспоминать, где у нас находится кабинет Анны. Вроде бы он наверху, вот здесь вот. Сейчас узнаем. Да, да. Это вроде бы он. Угу. Так, вот у нас шкатулочка. Так, подойди поближе, Кейт. Какой из них-то? Вот это, наверное. Стояла. Ган, где ты прячешься? Вылезай, нам пора домой. Мы уже опаздываем. Анна, я тут. Что значит я тут? Ган, ну пожалуйста, пошли. Это тайна. Ты должна поклясться. Ладно, ладно. Я, Анна Фаральберг, клянусь своему брату Гансу, никогда ни словечко не говорить об этом деле. Смотри, Анна, вон она, видишь?
Там же темно. Ничего, я взял фонарь с фабрики. Слушай, вы, девчонки, такие дуры иногда бываете. Ты меня извини, конечно. Посмотрим, какой ты у нас умный будешь, когда отец увидит, что ты стащил фонарь. Фу, из-за тебя я вся в грязи теперь. Смотри, смотри. Я такие рисунки видела в книге, в библиотеке. Анна, ты поклялась. Все только между нами. Смотри, там наверху еще что-то. Слушай, пошли домой, а? Похоже, это игрушка. Сейчас я ее достану. Посвети мне. Ганс, там же высоко, не надо. Ганс, осторожно, слышишь? Ну, сейчас, вот именно здесь, наверное, упадет-то, да? Ганс, нет! Там вроде так-то невысоко было. Брат провел в коме между жизнью и смертью несколько месяцев. Потом он очнулся, но я знала, что он уже никогда не будет прежним. Мы никогда больше не ходили в пещеру, и до сего дня я никому об этом не рассказывала. Вот такая вот история. Давайте заберем это с собой. И заберем. А могу я его забрать? Не могу. Что это было? Что это такое? Ну ладно. А, я и цилиндр забрал. Все отлично. Что ж, наверное, на этом моменте мы будем с вами заканчивать эту серию. Дальше мы будем искать с вами, наверное, станцию и поезд. И поедем искать Ганса. Выбора-то у нас нету. Значит, нам в Лондон дорога заказана. Ой, в Лондон, в Нью-Йорк. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно ставьте лайки. И до встречи в новых видео. Всем пока!